Привет. Говорит, доброе утро. Всем доброе утро. Я на своем рабочем месте, как Ксюша. Да. Да. Погода у нас уже отличная. Прям. Так хорошо. Тепло. Заинтересованный разговор. Да что такое? Что такое, Кристюш? Куда поползли? Куда поползли? Куда мы поползли, Кристюш? Привет, скажи, ребят. Вы чего? И ванную комнату. Да, Кристюш? Да, это я за тобой. Да-да. Ты хочешь ванну принять с утра, Кузюш? У нас поел. Сейчас мы перекус печеньки. Да? И сушку, чтобы зубки почесать. Там лето, сырники. Я буду кашку. Итак, мы сейчас определяем 6-го победителя среди комментариев на YouTube, а их уже 8000. Делаем выгрузку комментариев всех. И сейчас узнаем, кто у нас будет 6-м победителем и заберет 20 000 рублей. Итак, выбираем случайно комментарий среди 8000. Им стала Мэри Мигрян. Поздравляем вас и ждем в деревне для получения денег. Ну, а мне сейчас доставили столько косметики, я заказала, и мне сейчас курьер доставил. Я все вынула, чтобы вам показать. Смотрите, вот это моя любимая щетка. Вот марка Elemis. Вообще она суперическая. Классная, деревянная, как раз для тела. Перед тем, как скрабироваться, делаю массаж, потом скраб. Потом какой-нибудь крем, вообще супер. Показываю дальше. Обожаю вот такие маски для лица. Они просто супер увлажняют. Вот такие патчи. Вот, смотрите. Они классные. Прям вот, не знаю, с чем сравнить, но просто, а если вы утром встали, у вас немного отекшие глаза, наносите, и прям вот супер. Храню их в холодильнике. Это вот серия Альда Коппола, наверное, многие ее знают. Она для окрашенных волос, она сохраняет блеск и яркость. Я вот заказала, как раз они доставили мне, потому что долго их не было в наличии. Они просто супер. Вот здесь и шампунь, и кондиционер, и вот такое средство, это маска. Маска офигенная. Вот. Смотрите, читайте состав. Маска успокаивающая с эвкалиптом и сосной. То есть вот эта линейка, она мне очень нравится. Были мои фавориты для тела. Мне нравится вот это вот молочко для ванны Elemis. Оно прям очень нежное. Также мне нравится вот такой вот солевой пилинг. Он прям вот пилинг сам настоящий. Он на основе лайм имбирь. Просто потрясающе. Ну и мои фавориты кремов для тела, потому что я их просто обожаю. Вот это самый любимый. Вот это самый любимый. Он на основе черной икры. Вот состав. Питательный крем люкс с экстрактом черной икры. Он просто невероятный. Так, это первое. Второй. Вот такой крем. Он тоже очень хороший. Ну прям кожа после него шелковая становится. Вот это крем лосьон для тела, он на основе козьего молока. Так, извините. И вот этот крем с бронзирующим эффектом, то есть у него такая потом, ну такой красивый блеск, он очень нежный. И еще вот такой боди лосьон.
Девочки, в сторис очень много вопросов про печенье, которое мы Кристину даем. Вот это вот я покупаю. Печенье детское с яблочным соком, оно без яиц, без палевого масла. Он его очень любит. Ой, это такой маленький! Кто такой маленький? Кто делает, а у нас что? Он пытается выбраться. Скажите, не хочу я в этом карантине сидеть. Надоело. Папа, Кристин, кого папа сейчас догонит? Догонит папу, держи. Кристин, давай быстрее ко мне. Кристюш, быстрее, папа. Быстрее ко мне в укрытие. Папа не может. Папа сейчас догонит. Быстрее ко мне, Кристюш, в укрытие.